Здравствуйте, дорогой Раф. У нас есть товарищ в десятке, огромный, очень хороший, просто дающий товарищам. Сейчас у него состояние, когда-то он каждый день приходил на уроки, каждый день, а сейчас у него тяжелая ситуация, он не может встать, и мы звоним ему, пробуждаем. Может быть, вы дадите нам какой-то совет, как можем ему помочь, чтобы он был на уроках с нами? Я не знаю. Постарайтесь как-то его пробудить. Вы же не собираетесь вместе. Вы собираетесь виртуально, через интернет. Ну так постарайтесь как-то пробудить его все время, еще. Постарайтесь поговорить с его домочадцами, с женой, там, с тем, с кем он живет, чтобы помогли ему вставать. Попросите, попробуйте поговорить с ним в течение дня. Что можно сделать, как помочь, чтобы он встал ночью? Постарайтесь позвонить ему вечером, попросить, чтобы он пошел раньше спать. Ну и все такие вещи, еще. Он должен знать и почувствовать, что вы занимаетесь им.